Включил. Значит, когда мы садимся, да, вот мы стоим и мы садимся, мы живот убираем назад, да, спина прямая, да, прямая, плечи расслаблены, и мы сели. То есть не должно быть согнутой спины. Да. То есть мы сели, и в этом положении мы уже следим за центром. То есть по возможности мы уже устраиваться вблизи не должны нигде, да, то есть никаких вот этих движений. Дальше руки мы подаем, как будто вот привязали ниточки, через плечи перекинули и там потянули. У нас руки выходят в направлении плеч. И здесь идет захват. Захват идет. Когда идет, если идет давление, да, локти не должны сгибаться, раз, давление. Корпус не должен уходить назад, колени не должны открываться. То есть у вас при захвате, при воздействии на руки находятся в несгибаемом положении. Дальше мы делаем хоки-хо. Один из вариантов движения в сторону. Захват хороший. Да? Я сажусь. И если, а ты выталкиваешь меня. И если вас выталкивают вот здесь, значит у вас очень плохой контроль центра. Из этой позиции руки расслаблены, мы опускаемся вниз. Вот здесь. Да, на партнера. Вот здесь. И если он здесь нас пытается вытолкнуть, да, ну уже сошло. И у вас не получается, значит, вы сделали правильное движение. Хо-кю-хо. Подходим к партнеру в направлении лица, то есть сбоку не сидим. И спокойненько опускаемся вниз. Есть еще вариант какой. Вот эта рука идет на руку, это идет на плечо. То есть как бы прижимаем здесь. Ну, лучше всего поработать. Вы можете, кстати, посмотреть. Лучше всего следить за расслабленными руками и давить как бы корпусом. Еще раз на эту сторону. Хо-кю-хо. Рука идет в сторону, идем за партнером, то есть вот позиция верхняя, да? Он уже как бы сопротивляется, меня выталкивая. А я просто вниз опускаюсь, садясь на пяточки. Вот здесь. Все, вот ваше положение. И идет здесь, и он постоянно толкает. Это ваша проверка вашего центра. Вот здесь. Если вы будете вот так делать, он вас вытолкнет. Вот видно? Да, то есть вот я силой давлю здесь, и он меня поднимет здесь. Мягко. Сели. Все руки расслаблены, держим корпус. Все, руку убрали, руки назад и сели. Ну, в данном случае вариант какой у нас? Вот взяли, держи хорошо, да? Взяли бочонок и, да? Кто молочка выпил, кто пивка выпил, хоп, и в сторону. Это один из вариантов. Можно сделать движение как пинчин. Главное на этом движении не вытаскивать руку к себе, потому что вот этой растяжкой вы человека будете останавливать в хорошем равновесии, и вы его не уроните. То есть базовое движение для наработки хоп-хоп.